Всем привет! Совсем скоро вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Все время на свете». В нем главные роли сыграли Даша Катрилева, Денис Прытков, Юлия Шульева, Сергей Кузнецов, Арсений Сергеев. Действие в нем разворачивается 7 эпизодов из совместной жизни Ксюши и Никиты. Им 25, они безумно любят друг друга и кажется, у них есть все время на свете. Но если любовь может длиться вечно, могут ли длиться вечно отношения? Вот такой основной посыл будет решаться в данном сериале.